Ну шо, всем привет. Типа продолжаем наш раунд 2 Total War, да? Отхватили уже пол Германии себе. Знатный кусок. Какие-то гопники тут у нас стоят под боком. Вы кто, свебы? Аж какие-то гопники стоят. Так, ты уже сюда не дойдешь за этот ход, да? Приятель. Честный порядок, все нормально. Все вроде тоже как бы все нормально. Сколько этих пацанов придется отвезти оттуда, потому что, ну, они там не нужны. А у нас максимальное количество армии 6 штук. Так, я вот вспомню, только немного посмотрю на мини-карту, потому что я записывал как бы серию вчера, я уже немного подзабыл, что тут надо. Так, это кельты. А вы кто? Вы какие-то мелкие сошки, да? Так, ну, пол Франции с нами дружит. Германии особо нет. Свебы. Ну, короче, свебов, додавить и все. Все у нас будет окей. Че это за гопник тут стоит? Так, построить мы пока не можем. У нас всего 266 монет. Куда-то далеко я улетел. Так. Вот этих вот дожать пацанов надо. Ну так все, давайте таки завершать ход. Кто-то там еще приперся. Это наши друзья или наши враги? Просто если вы наши враги, то мы вам рога-то пообломаем. Ясно, и съебались. Это тоже куда-то убежал. Больше человек. Нас, по-моему, тут... Кто? Сиракузы? Мирный договор? Да пожалуйста. Wisdom should always be admired, even in small things. Let us hope today's acceptance is a great thing. У тебя хороший английский, я знаю. Сиракуз. Где восстание? Тут восстание. А, вы восставшие, вы мятежники, да? Господи, как мне надоело этих мятежников уже гонять тут. Я не могу своих противников, блин, сдрючить все до конца. Эти бегают от нас. Давай уже, добей их. Все, авторасчет. Ну, блин, их там очень мало, я не хочу. Тратить на это большое количество времени. Все, казнить нафиг. Get moving. Так. Давай, get moving on the city. Yeah. Duty my warriors. Что это? Честный порядок плюс 2 прибавляет. Честный порядок это хорошо. Duty my warriors. Что-то здесь он не прибавляется ни капли. Хотя вроде все строил, но здесь еще строится что-то. Тут доход будет от земледелия. Чего у вас тут, пацаны? Ага! Вот это я хорошо забрел. Честно, порядок нам тут поднимать. Давайте горное производство сделаем тут. Здесь же ничего нету, да? Что-то прокачать можем. Тоже горное производство. Качнем, больше денег потом будет. Господи, а тут что? Чё, минус 28, но зато 2. Подожди. Подожди, приятель. Спеши. Каледония. Белтон. Чё-то строится. Ладно, хай строит. Еще разберемся, да? Duty, my warrior! Separate the watch! Конец хода. Не, подожди, я тут еще гляну, может кого назначить получится. Развод. Нет, давайте вот как-то сами решайте. Мошенник.
Ясно. Нет, ну, разводить мы тут никого не будем. Все, конец хода. Все назначено, все обозначено. Добить ту фракцию надо. Уже наконец-то. Поставший уже хрен с ним. Подведем ту армию, которая лупфу где сидит. Еще какие-то гопники. Все, ребят, вам не вам самим не стрёмно? Тут армию эту подведем уже. А зачем вам? Торговое соглашение, да, можете ходить. Еще какой-нибудь минимальный военный союз был бы. Хорошо. Эти куда там причали? Ну, они на свою землю причали, так что. Мне как-то пофиг. О! Еще и здесь восстание. Эти. Не хочу я помойки. Еще какие-то одни гопники. Давайте трущобу снесем. Все деньги для народа трачу. Они, блин. Давайте этого гопника, чтобы он тут нам мешал. Fight, incestors. Тебе было сказали. Где там эти сидят? Хорошие люди. Истр. Сежники там. Ну, я не знаю. Давайте посмотрим, что у нас тут. Что-то меня тут город немного смущает. Что у них там происходит. Может, армию тебя сюда посадить какую, а? Не, если чё, так посадим. Ну, говно вопрос, как говорится, но... Четыре штуки. Эти сидят здесь до сих пор. Не знаю, без понятия. Нам нужно завершить эти войны как-то. Можешь сюда перейти. Может даже поднаняться немного. Конец хода. Коль уж так. Давайте как-то побыстрее, что ли, ходите там. Эти хоть съебались. Ребят, мне вас вообще догнать реально или нет? Или вы сами вымрете? Куда-то в леса, блин. Там один отрядик у них небольшой, я гоняюсь целой армией за ней. За ними. Опять же, убрать отсюда армию я особо не могу. Так, ну здесь нанято войска. Население недовольно. Еще бы. Все, давайте общественный порядок здесь поднимем. Нам пока не надо. Вот здесь отстроить я хотел за 4 штуки. Что-то там было.
просрали все деньги. Но зато с пользой. Так, с этим мы не воюем, господами. Все, давайте авторасчетом их. По расчету, как говорится, да? 72, 72. Ну давайте атакующий, раз разницы особо нету. Берем его прям. Все. Земель у вас-то уже больше нет, да, господа? Теперь нам принадлежит еще один город с рудниками, да? Неплохо. Золотишко у нас теперь будет. Ну ж не сможете бесконечно бегать. Да как же вы мне дороги уже, а? Носиться за вами по всей карте. Опять же бабосика не хватает, да? Чего со следующего хода уже будет побольше? Так, ход за ходом и отстроим, да? Все, давайте взглянем на карту. Все, врагов. Враги есть, нету. Свебы. То есть вы, да? А, у нас же справа прохода с ними есть. Вот, отлично, еще одна наша земля будет. Свебы. Где Рим? Рим так разросся. Ну, побольше Рима будем. Свебы. Свебы, свебы. Ну, понятно, короче. Где они там находятся, эти свебы? Как-то вот так подвести войска, да? Подожди. Конфедерация галлов. Как мы можем через них пойти? Да, у нас с ними вроде есть право прохода, да? Давайте гляну. Да? Да. Ну туда я войска через вас поведу. Я уже это делал. Все. Свебы. С этим мы воюем, но как-то тут пройти надо будет. Так вот, что ли. Вдоль. Чё, пройдем? Все, я думаю, тогда можно ход завершать. Чтобы поднять бы немного войск. Ну, если чё, мы можем и наемника взять, да? Там пару штук. Буквально. Надо будет сейчас отдельно сейф создать. Эти съебались. Ну, нам, в принципе, Спарта. Мы с вами, господа, не воюем. Спартанцы. А если захотим повоевать, то можно всегда разорвать договор ненападений. Ну, мы будем таких, знаете, дожимать, которые там, ну, никому реально не нужны и сами там с кем-то воюют. Таких вот господ мы и будем жать. А пока... Пока у нас тут есть еще противники, которые... Бунт? Это вы бунтари? Вот это неплохо. Не, я как бы вас выгнал, но я вас не отпускал. Девяносто пять. А те. Пятку.
serve the people of Britain. Возвращайся в город. Давайте что-нибудь качнем, что надо. Честный порядок. Так вот. Здесь мы можем что-нибудь с общественным порядком. Трущобы сносим. Это нам побольше даст. И здесь надо как-то укрепить, я не знаю, что ли. Общественный порядок. Ну, 4 штукаря стоит. Пока мы не успеваем строиться, блин, за нашими землями. Давайте на марше как-то. Так, мы быстрее доберемся. Угу. Что у нас тут? Строитесь, да? Давайте строить еще 4 хода, строиться будете. Войска. Здесь что-то надо такое, что-то такое отстроить в алабу этой. В алабуде. Общественный порядок реально не падал. И стягивать войска, да. Стягивать. И потом какую-нибудь такую фракцию, знаете, посильнее так. Все. И нету фракции. Здесь вроде строится общественный порядок. Должен расти. Уже назначенный. Давай, конец хода. Да, деньги... Пока у нас тратится лишь на отстройку каких-то вот объектов культурных наследий. Ребят, вы просто по раздачу попали. Вы себе выбрали неправильных союзников. А если вы выбрали неправильных союзников, то это чревато последствиями. Что надо было думать. Я бы на вашем месте отдал бы сейчас всю свою казну и подумал бы дважды, там, трижды. Поджог не сомнений, это просит урага. Что-то там где-то подож... Это пидорас, а? Я тут строю, все для людей. А ты, блин, поджигаешь. Хороший ты человек, тебе скажу так. Здесь строится. Так, лу. Здесь надо смотреть, да? 500 денег не хватает. Ладно, давайте еще один городишко захватим. Как говорится, да? Далее. Блин, надо было нормальный шаг его ставить. Давайте наемничков немного подкинем. Бляды твои. Свебы. Вот свебы, а? Те еще свебы. Тут даже две фракции. А, это Италия. Вроде с вами не воюем. Ну, вы, так смотрю, плохо ко всем относитесь, да? Македонцы. Хорошо разрослись, да? Может, конфедерацию галов потом попробовать отжать?
считаете? Ладно, разведаем потом. Все, конец хода. Купим денежки. Это было подло так на Корею идти. Мы сейчас пока даже не можем эту войну потянуть с Кореей. Ну, с этими... Конфедерация Галов, я хотел сказать. Да, это город Корея у них там называется. А еще уже никто Дину этот город. Ладно. Я согласен, будет два мне города. Да, давай уже тебе отстроим что-нибудь. Заход. Производство. Чтоб больше бабосика было, да? Что у вас тут? У вас тут все... Все не очень складывается, да? В нашу пользу. Вот здесь сидит чувак. Давай. Шагу сюда. Успеем мы там еще отстроить. О, сановника можно нанять. Это может помочь. Нять агента. Сановник. Я не понял, что они делают эти. Уважаемые столпы общества, сановники несут народ культуры, ценности, стремятся к военному и гражданскому управлению. Они могут играть авторитет вражеских полковников, замедлять развитие государственности и так далее. Также провинции в восстании в провинциях. Понял. Друиды. Давай тебя наймем. Сановники, мастера управления и манипуляций. Все, будешь здесь находиться. Посматривать за этими землями. Тоже задолбали. Своими пифля революцион. Все? А, я хотел сохраниться. Сохранить. Уже будет 10-й сейф, 10-я серия. Ход уже 118. Эти авторасчет тоже. Подожди. Сейчас я еще наемничков найму. Ладно. Давай 54. Подтрепают, но... Чё? И живем. Конечно же, оккупировать. Чё, вопрос? Снести нахрен. Так. Где там карта наша? Вот мы где. Вот это что за государство? Гельветы. Можем и вас отхапать кусок. Свебы. Но это эти римляне. Так, прошли. Ну вас мы можем со следующего хода. Мы потом... Ну как со следующего? Мы свебов добьем. Но нас пока никто не бычит. Нет, нейтрально, типа такие пацаны.
Сиракузы. Рим. Чё, Рим, мы еще до вас дойдем. Переживайте. Так, все, добить вот этих пацанов. Этих недобитков. Все, the best. The best of the best. Какие очередные свебы. Это вас просто скоро не станет. Шановник. Не можешь ходить пока. Ну и хер с ним. Восстание рабов. Хорошо. Потом разберемся. Нашими рабами. Что-то они там делают, что-то мутят. А, копались. Ну, мне, ребята, похер, это вообще как бы чужая земля. Можете делать там чё, что угодно, а я не пойду на нее. Это чужое там государство, здесь вообще не очень хочется. Вот пускай они и занимаются. Это их не там государство, у нас там каких-то военных союзов нету. Что вообще? Наплевать. Если сделать вылазку. Я понял. Пацаны, я понял. Блин, у нас так было побольше шансов. Нет, давайте загрузим с последнего сейва и как-то вот сделаем вот это. Какие-то неопытные все. Ладно, посмотрим. Может и размотаем так. Может так даже лучше будет. Так. Генерал-адмирал. Не, не хочу. Что-то автобой как-то завершился, что прям с потерями так. Не хочу поражать, признавать поражение. Я хочу, блин, загрузиться и чтоб там как-то на автомате. Ну, блин, ну не хочу я. Не хочу. Я сейчас допустил тактическую ошибку. Я лучше в городе сидел бы, так больше шансов было бы. Да они там что-то штурмуют. Вот. Им надо, вот пускай этим и занимаются. И откуда, блин, у меня столько рабов? Я блядь, всех казню. Откуда это? Загрузка. Сейв. Да. Давай. Так, все запутано. Давайте быстрее грузитесь. Спасибо. Так, это мы уже отжали тут, да? I live to serve the people of Britain. Нанять войска. Маются. Сносится. Бля, а где там напали на нас? Здесь, что ли? Здесь. Нанять не можем. Наемников тоже.
хватит, как бы. Как бы хватит. Ну, сейчас тут восстание поднимется, как по традиции у нас уже. Да-да. Ну чё, подаем. И впервой. Эти чуваки опять копались, что-то там. Что-то мутят. Пиши уже перемлете, а? А что это тут? А что-то я не понял. А что-то вы в предыдущий раз как-то по-другому. Вот это что-то меня вообще не обрадовало. Их даже на авторасчете больше убили. Кто там помер? I live to serve the people of Britain. Чё, ладно, петушки. Сходим к вам в гости. Пидорас ты, а? Пол денег высосали у нас тут. Вот так эдикты издавать. Понятно. Я хочу везде нормальные одинаковые законы создать. Вот что здесь? Может, заебало здесь находиться? А, один эдикт за один ход? Понял. Пацаны, мы ж нейтральны. Объявлена война. И нам. Если они там что-то нам отравили... Диверсия. Касурдис. Ты Касурдис. Ты кто? Так вот, захватываем этих еще. Все, мы вышли теперь уже с другого побережья. Уже возле Италии. Оккупировать. Империи. Все, мы можем держать побольше армии. Тут доход по 4 штуки за ход.
глянем на нашу карту. Что мы там имеем? Да, теперь полностью наша территория. Вот Дельвета, вот что-то как пидорасы поступает. Так что давайте, подожди. Рим. Кто вы? Македонцы. Вы кто? Вот оно чё. Да? 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 То есть галы уже тут. Пол Рима уже там отхавали себе. Не, вот этих пацанов надо дожимать, потому что они становятся очень сильными. Мы не можем потянуть сейчас войну с ними. Ну, давайте дельтов как-то вот сдрючим потом. Можно будет галов ударить сюда по этим фронтам. Окружить их. Все. И они наши. Так понимаю. Че, блядь, тоже разрастаются? Нет, не разрастаются. Да, сложно будет с галами. Наемников я распускаю. Да? Нанимаю обычную армию. Так вот. Конец хода. Ну как раз подобрали их там всех нормально. Да, эти хорошо так зажимают их там. Плотно мы с ними, плотничком вообще. Какие-то тоже там пацаны подходят. Возле моего города воюют что-то. Чё вы там? А, это Нарея, Нарея, Нарея. Это восстание, наверное. Просто хз вообще, чё это? Сейчас посмотрим. Вот на это-то я и рассчитывал, ребят. Вот на это-то я и рассчитывал. Что вы сейчас киданетесь в бой, и мы вас лежучим. Все? Эй, куда? Собрались они. Летись. Сановник. Занимайся делами городскими. Ты что, зря нанял, что ли? Так, давайте посмотрим, где это вообще больше всего необходимо. Дикты издать. Здесь что-то растет. Так вот. Потом сюда. Будем отводить армию уже оттуда. А чё это такое? Ну вы поняли, что сделалось, только я качну немного. Все, давай. Налетай. На горяченькое. Все, рабы подавлены. Где-то у нас тут еще что-то было не очень хорошее. Кто? Мятежники. Топай. Бастерд. Че, давай я тебя буду уводить уже тогда отсюда. Блять, ну там такой пятачок. Алабу.
я думаю, сколько они обойдутся и без этого. Может отобрать у них там право прохода и так далее. Так, но свои. Это тоже вроде как бы. Не воюем с ними. Вы кто? Федерация галов. The best. The best. Кто? Галы. На Рим может двинуть. Блин, ну так вот по кусочку отжимать, это как-то тактически неправильно. Вот этих пидорков хотел я. Подожди, не вот этих. Где эти? Вот вашу деревушку-то я и отожму. Что-то у вас до хрена тут как-то. Нет, общественный порядок трогаем. Пока что. Дикты сдать не можем или можем? Что-то непонятное вообще творится. Сдать эдикт. Так вот. А там эдикт можно как-то? Нельзя. Ну и черт с ним. Этим эдиктом. О, здесь отстроилось. Отстроилось. Маза Гренгланд. Ну чё, пацаны, если вы думаете, что я не могу сюда войска подвести, то вы ошибаетесь. Не. Конец хода. Следующего хода вы станете нашей землей. Я объявлю вам войну. Все равно какие-то пидорки стоите тут, что-то моего города, что-то там травите что-то кого-то. Зачем вы это делаете? Под раздачу попасть хотите? Думали, я не замечу? Все только что так подставили, что... Ай, блядь, здесь же мятежная армия, точно. Ну что-то спартанцы тогда с ними воюют? У нас же военного союза нет, у нас только торговое там что-то соглашение или что? No warrior like standing alone in battle. Провисти. Давайте. Все равно мы с вами пока не собираемся делать что-то дурного. Я что-то я дохрена кому разрешил проход. Так, тут в случае чего мы падаем, да? Я хотел это сделать как-то более рационально. Начать, например, с этого, Алабу. Так вот. Лабу. Земли Ругов. Пищу, я думаю, потянем. То общественный порядок у нас здесь будет на высоте. Да, конечно, 8 ходов, но, бля. Это еще нормально считается.
зажимать не будем, нам невыгодно. Так-то империю расширить мы должны и обязаны. Так. Сначала взвесим все за и против. И только с рабами. Союзников у них нету. You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Сам справлюсь. Все, пидорасы, закончилась жизнь мирная. Сразу двое военачальников ваших пались на удочку. Все, в пух и прах. Прах и пух. Теперь вот так вот, да? Разъединили мы их. Союзничков наших. Можно будет зажимать уже вот так вот. Понял. Свебы. Что-то вы тут делаете? Что, дай побазарим. За жизнь гуманную, за кашу манную. Что, чем вы много нам неприятностей доставили, господа свебы? Все. Теперь вы никто. Тальтора. Тоже мне. Хитрожопые нашлись. Все свои, все свои. Рим! Какого хера? Что вы тут делаете вообще, римляне? Вас там еще не стерли, нет? Рим. Да, Англия так здоровый кусок отхапала. Самые здоровые. С кем мы наравне? Равни, что ли, нету? Долматы. Идите в пень, долматы. Долматинцы. Блять, ну союзников сейчас поебывать это не очень хочется, как бы. Надо, надо. Вот эта территория нужна. Ладно, что делать, мы решим в следующей серии уже. Так что, пожалуй, я сейчас сохранюсь. Вот. Хорошо мы так разрослись. Хорошо, очень хорошо. Все тогда, с вами был Зазепа, лайк, подписка.
Всего хорошего, удачи и пока.